Даня Лаптев – воспитанник Раздельнянской школы дзюдо. Его уверенная победа удушающим приемом – результат плодотворной работы, анализ ошибки соперника и доказательство развития этого вида спорта в регионе. Я тренируюсь 2 года, я тренируюсь в раздельной, и у меня очень хороший тренер. Более 1500 спортсменов из 6 стран приняли участие в 16-м Кубке Одесской областной федерации дзюдо. Масштабный турнир прошел традиционно в институте дзюдо «Кадакан». Приехали команды из других районов области, из других регионов Украины, а также Молдовы, Азербайджана, Беларуси и Израиля. Уровень очень хороший, я вижу по уровню детей. Я не сомневаюсь, что в дальнейшем будет уровень еще сильнее. Значит, на самом деле достаточно большое количество разных команд, которые приехали соревноваться с Украины. И мы понимаем, что мы получим здесь пользу. Встретили нас хорошо. Мы с Бини и Форти Бини чаще. Интерес кослёло кунты. Три яням ам луптат и ам фос ин Греция, ин Румния, ин Украина, ин Русия, Австрия. Высокий уровень подготовки спортсменов подтверждают результаты на международной арене. В этом году одесситы были на лидирующих позициях сборной и не раз поднимались на пьедестал престижных турниров. Кроме того, взяли медали во всех возрастных категориях на всеукраинских соревнованиях. Ну, хотелось бы, конечно же, выделить одесситов. Александр Гордиенко, который стал на нескольких турниров призером. Это есть у нас еще такая звездочка совсем юная. Анастасия Балабан, она в этом году просто поразила всю нашу общественность. Она стала призеркой чемпионата Европы, мира. В общем, выбрала много медалей на Кубках Европы. Есть ребята, которые стали чемпионами, призерами турниров международных, чемпионатов Украины, взрослых, вошли в сборную команды Украины. И, ну, наверное, этот турнир не просто так проводится, потому что когда-то все эти дети выступали здесь. Многие из легендарных дзюдоистов начинали свою карьеру именно на Кубке Одесской областной федерации дзюдо. Дмитрий Раскин – один из таких. Он много лет носил медали сборной Израиля, но принял решение вернуться на родину. Своим присутствием многократный призер чемпионатов мира и Европы вдохновляет участников турнира. Турнир проводится уже в 16 раз. В этот раз он проходит на высочайшем уровне, в районе 500 участников. В мое время такого не было. Ну, что могу сказать, этот турнир, вот такие турниры, это играет очень большую роль в становлении спортсмена, потому что это каждый турнир, он дает опыт, который в будущем спортсмен использует, даже опыт преодолеть мандраж, опыт преодолеть какие-то нервы, все с этим связано. Кубок был посвящен бойцам АТО. Юные спортсмены получили награды из рук защитников Украины. Для меня спортсмен – это уже дисциплинированный и целеустремленный человек, который к чему-то движется, который имеет какие-то ориентиры в жизни. И который крепкий духом, а как бы в здоровом теле здоровый дух, знаете. Потому я считаю, что это очень важно. Это с этого начинается воспитание самой начальной молодежи. То есть люди развиваются, становятся сильнее. И если наступит такой момент, что надо будет защитить, то есть они будут физически, по крайней мере, готовы вступить в защиту своей родины. Соревнования, даже я не знаю, нормальные, условия хорошие. Дзюдо – это в первую очередь дисциплина, это умение постоять за себя, это умение постоять за слабых, за других людей. Кубок Федерации подчеркнул успешный сезон для одесского дзюдо. На соревнованиях проходил смотр и предварительный отбор сборной области для участия предстоящих чемпионатов Украины.